Welcome to Stars, с вами ваш Сары Бас. И сегодня, кстати, получается незапланированная реакция, потому что четверг выпускаю я реакции по вторникам и пятницам. Я хочу снять реакцию на мне полюбившуюся вашу певицу, это Ерке Есмахан. На самом деле ее песня «Кайда» мне зашла, вот серьезно, я ее иногда переслушиваю и... Алматы дожог-жог, Астана дожог-жог. И каждый раз ее перепеваю, потому что песня классная. Иногда даже пытаюсь петь ее в караоке, но не всегда получается, конечно же. У меня произношения нет еще казахского. Вот. И сейчас я хочу снять клип на ее песню «КЗ Жигит», что как раз-таки «Кто не в курсе» переводится как, вроде бы, как я понимаю правильно, казахстанский парень, парень с Казахстана, что-то такое, да? Потому что Жигит — это парень, молодой юноша там. А КЗ, ну уж понимаете сами, как бы Казахстан. Правильный перевод, конечно, напишите, но я все-таки думаю, что это что-то, ну, как казахский парень, больше к этому, да, склоняюсь. Поэтому будем смотреть, надеюсь, вам реакция понравится, ну, это как обычно, в принципе. И начнем. Раз, два, три, поехали. Она, как всегда, красивая такая, мне прям нравится ее стиль вот этот, вот она прям так выглядит модно всегда. Видела в глазах что-то, да? Возраст не знаю, имя не знаю. Что-то такое, да? Такая классная, блин. Я влюблена в казахского юношу, что-то, да, типа? Я в любви с... Если бы у меня был парень казах, я бы сказала, я влюблена в казахского парчика. Блин, классный клип. Где снимался клип? Мне напишите, потому что мне нравится здание... Только казахские мужчины, да? Что-то про мужчин казахские было. Не знаю имя, не знаю возраст. Правильно же перевожу, да, вроде бы? Откуда типа он, да, вроде такое? Если у вас любовь, что-то там драгоценные ваши, что-то не понимаю до конца. Мне прям песня реально нравится. Ой, как клёво. Мне нравится ее одежда в клипе, она очень классно подобрана. Кто стилист этой девушки? Улун это сын же, да? Казахский сын, сердце. Вот казахский парень как раз. И скоро реально казахский выучусь, я буду так песню прослушивать. Потому что плане слов уже немножко понимаю. В итоге одна. Блин. Такой клип, знаете, вот я люблю такие клипы, которые смотришь, и они быстро как бы заканчиваются, вот, ну...
не понимаю, что они уже закончились, время быстро как-то с ними идет. Мне прямо вот реально такие клипы нравятся. Что могу сказать? Клип реально классный, ребят. Почему? Потому что, вы знаете, я как понимаю, что вот в первом клипе в Кайда она пела больше типа «Где ты, моя любовь?» В Алмате, в Астане тебя нигде нету, в Шымкенте там тебя тоже нигде нет, ни в каких городах тебя нету. А тут она уже поет о том, что я люблю казахского парня, что-то там про сердце было. Я не до конца понимаю перевод все-таки. Что-то про сердце, что-то еще, что типа я влюблена в казахского сына даже. Там было слова вроде «Улым», да, что-то такое похожее. И мне реально понравилось. Я знаю, что у нее есть сын, то, что она одна воспитывает сына. И такие песни для нее, кстати, это прям реально классно, потому что, ну, а про что ей еще петь? Она выбирает мотивы, выбирает такие слова, которые, ну, могут описать ее саму, какая она есть. Все вот ее стили в клипе, да, она уже не молодая девушка, согласна, она уже в возрасте, но при этом ей очень идет то, что на ней одето. Я в первый раз вижу, как вот так девушки могут одеваться, совмещать, допустим, каблуки там и какую-то спортивную одежду. Это очень классно. И реально вот я смотрю просто на статистику, и 2 миллиона за сколько туда, даже еще неделя, по сути, не прошла, да, ну, может, прошла даже. Ну, короче, за очень маленькое количество времени клип набрал очень много просмотров, просто офигенски много просмотров, и это мне реально нравится, ну, это очень классно. Это клево, вот, серьезно, блин. Вот, что в клипе Кайда она рассказывала, на самом деле, про то, что я ищу, 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 найти не могу, и что она сейчас рассказывает, то, что я все-таки влюблена в казахского мужчину. Кстати, знаете, если так подумать, то в ее клипе, да, можно, да, ну, если немножко перефразировать клип, то я думаю, что все-таки я влюблена в казахского сына. Может быть, она даже немножко, когда писала эти тексты песен, когда вообще про клип, когда все это вообще было, она, может, имела в виду вообще своего сына, своего ребенка, потому что... Ну, потому что это ее, ну, как сказать, вот я влюблена в казахского сына, у меня есть сын, да, вот, ну, что-то, как бы, в какой-то степени раскрывается, мне кажется, и материнская любовь, и какая-то другая любовь, которая, ну, вот уже что-то, допустим, к парню, к мужчине, там, и так далее. Мне очень нравится, серьезно, у нее такие классные, блин, песни, такие классные клипы всегда, и всегда, кто ей снимает эти клипы, они стараются просто вот на все 100%, даже на больше, да, потому что подобраны кадры красиво, подобрана природа, подобраны даже те же самые парни, которые танцевали там вот с этой рукой, мне это очень понравилось, это так неожиданно было. Все подобрано, все классно, и прям вот реально и посмеяться, и погрустить вроде, и все в этом клипе есть, поэтому спасибо большое Ярке за такой прекрасный клип, и то, что вот как бы поднимает настроение, ты смотришь, тебе реально поднимает настроение, не у всех клипов такое есть. И реально вот, знаете, как бывает, да, как говорят, если ты вот что-то рекламируют, что-то показывают, ты запоминаешь музыку, ты вспоминаешь самые красивые такие воспоминания, которые, ну, которые тебе эта музыка принесла. Также вы будете ходить по торговому центру, услышите ее песню, сразу вспомните клип, что она такая вот в красивом наряде ходит, и вам вроде бы охота быть такой же красивой, и вроде бы идете и покупаете в этот магазин, и покупаете одежду, в которой будете чувствовать себя красиво. Вот, это по сути, это всегда так, это все-таки закон человечества, людей, да, закон человеческого, не знаю, там вот, сознания, то, что мы делаем, все, вспоминая какие-то хорошие, яркие моменты. Поэтому, ребят, серьезно, смотрите клип, слушайте, потому что он на самом деле очень клевый. Надеюсь, вам реакция понравилась, и моя вот эта болтовня понравилась. Поэтому, ребят, ставим лайки, подписываемся на канал. Всех вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы меня смотрите. Сао!